музей Хилверсума. Посмотрим, что у них в этот раз. Ну что, я направляюсь в наш замечательный музей Хилверсума. Там какая-то новая выставка. Посмотрим, что там в этот раз показывают. Хендрик и Паула Керстенс. Красная дорожка фактически. У нас вокруг вот такая красота. Ну что, мы снова в этом замечательном здании музея. Оно действительно производит сильное впечатление. И мне кажется, любые картины здесь будут выглядеть великолепно. И здесь, собственно, отсылки к портретам, на которые ориентировалась фотохудожник, который делал эти работы. Из описания мы узнаем, что Хендрик Керстенс – всемирно известный фотограф, и он фотографирует свою дочь уже много лет и использует разные бытовые предметы. Вот этот портрет называется «Колготки», и, собственно, никогда не подумаешь, но на голове у девушки колготы. Но когда ты смотришь на это, ты не обращаешь на это внимания совершенно. Очень интересный такой феномен. Идем вниз. Самое начало первой фотографии девочки. На голове у девушки коробка торта. Красивое лицо. The team have produced over 70 portraits together, a process that has evolved over the years and even helped to shape. That's how it all started for him.